когда строились? 13 ліфтів строїли в кінці 19 століття. Це було першим зданням з центральним отопленням. Теплий воздух поступає в зал через решетки под сидіннями депутатів, а использований воздух покидає зал через решетки на прекрасному потолке в стиле Ренессанса. Но здание охлаждает тоже. Перед зданием на улице два больших колодца. В эти колодцы клали огромные куски льда. Вокруг них циркулировали воздух. И таким образом охлажденный воздух пускали сюда в зал. Эта система существовала до 1990-х годов, когда ее сменили на современную электронную эрку.